тренд на эко-шубы. Этот тренд существует уже все последние годы, однако в этом году разнообразие эко-шуб, оно просто какое-то невероятное. Это и шубы, сделанные как будто бы под такую овечку-чебурашку, это и длинноворстные шубы, шубы абсолютно различных оттенков. Также шубы максимально похожи на натуральные. Любой найдет себе шубу по вкусу. И сегодня я хочу вам показать вот такую шубу из пространства Fashion Lounge. Как раз-таки эта шуба из разряда, как я уже сказала, да, шуб, похожих на натуральные. Эта шуба выглядит как стриженная норка, однако она полностью искусственная. Но издалека вы даже не отличите, из чего она сделана. Также эта шуба актуальна еще из-за своего цвета. Такой достаточно дорогой, изумрудный, глубокий зеленый оттенок. Практически у всех уже есть шуба в базовом цвете, в каком-то бежевом, черном. И поэтому я рекомендую вам приобрести на этот сезон уже шубу в ярком цвете. Такую зеленую шубу можно сочетать практически со всем. Очень хорошо она будет смотреться с рыжими оттенками. Это могут быть рыжие кожаные брюки, какой-то рыжий спортивный даже костюм. То есть сейчас шуба — это уже не какой-то атрибут вечерней моды, который нужно надевать с платьями, с чем-то таким изысканным. Шубу вполне можно носить с кроссовками, с грубыми ботинками, с кедами и... Поэтому я бы сказала, что вот эта шуба, она очень универсальна. Вы также можете купить шубу в красном, в оранжевом оттенке. Наиболее популярны сейчас шубы в леопардовой расцветке. Если вы достаточно смелая особа, которая может себе позволить выйти в леопардовом манто, то тоже приходите в Fashion Lounge. Там достаточно много подобных моделей.